данный момент времени мы видим не три бумажника, которые соображают на троих, а три кошелька, в которых находятся деньги. Этот кошелек принадлежит мне. Это засекреченная информация, это запароленная. Давайте посмотрим, что здесь. Хороший бумажник, денег нету. В этом бумажнике есть резиновая гума, но я доставать не буду, потому что чужие вещи я не достаю. А это бумажник Леонарда Йоновича. Здесь только находится... Нихуя, тебе, блядь, за этим бы хуя. Ой, блядь. Все, молчу. У меня зараз допизился. Ну, флешки есть, но мне нету времени доставать. У меня телефон слабый. А вообще, я сейчас буду бриться, сбривать свою бороду,